ОБСЕ накануне опубликовало очередной еженедельный отчет, в котором, помимо прочего, описан инцидент, произошедший в глубоком украинском тылу, в Краматорске. К вышедшему из поезда в контролируемом правительством Краматорске наблюдателю подошли трое мужчин в штатском, двое из которых были в масках и с оружием. Перед тем, как попросить представиться, наблюдателя заковали в наручники, а на голову накинули капюшон. Но впоследствии наблюдатель был отпущен с извинениями. Мужчины представились сотрудниками службы безопасности Украины. Также в отчете содержится информация о нарушениях перемирия. Так, наблюдатели зафиксировали применение стрелкового оружия и минометов, в основном возле Широкино, это Мариупольское направление, в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки, Макеевки и Горловки.